Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Lake of Game и добро пожаловать на прохождение Безумного Макса. О, господи, вы что? Ну ладно, ладно, хотите, чтобы и назад? Я даже газ не жму. Ну, то спасибо. Я хотел выйти, правда, оттуда, но они меня назад загнали. Так, что, какие у нас миссии на сегодня? Давайте, наверное, притюр. Так, а тут что за задание? Выстрел во тьме. Подождите-ка. Выстрел во тьме, говорят, да? Так, посмотрим на гараж. Что выстрел во тьме нам откроет? Тут ничего нету. Тут все открыто. Так, тут вождь. Тут открыто. Стоп. Задание пустишь и получить подсказку от красноглазки. А, блин, я до сих пор вот это не открыл так. Выстрел во тьме. А, вот она. Вот это задание. Ну, давайте, в принципе, его возьмем. Задание, в общем, бесполезное, если честно. Так, мы, во-первых, туда тыпошнимся. Телепортируемся. Фух, вчера ужасная просто гонка была, ужасная миссия. Блин, мы ее сделали, наконец-то. Так, поговори со мной, мужчина. А, подожди, с тобой вообще? There is more for you out there. I saw it when running with my child. A hatch in the ground, leading down to wealth. Perhaps something which will help you. Something which will help you find. Надюк, ты что бредишь, Надя? Выстрел во тьме. Надежда. Надежда и слава. Чего? Что за слава? Надежда и слава наткнулись на убежище. Какой-то металлический люк. Наполовину фактурированный подписков. Обыщи это убежище. Что за слава? У меня просто есть знакомый друг Слава. Доступ к улучшению первенства. Ну давайте. Добраться до люка. Люк, я твой отец. Так, где? О, господи, ты мой, как далеко люк находится. Давайте я, наверное... А куда я откуда быстрее будет? Отсюда, наверное, по прямой, да? По дороге. Давайте я, наверное, сюда тпшнусь. Оттуда по прямой просто там побыстрее будет добраться. Блин, а я же броньку не снял с нас. У нас бронька же. Я думаю, что так потихоньку еду. А это потому, что у нас бронька на нас. Надо ее скипнуть. Просто я вчера на гонке участвовал, и там нужна была бронька. Хотя и с бронькой, в принципе, тоже нормально. Аэромобиль, он летит, какой аэромобиль. А, ну типа воздушный этот. Аэро. Да, с броньки вообще он здесь тяжкий как едет. По пескам особенно. Так, давайте трос сразу приготовим. Гарпун наш. Я там не надо тянуть. Не надо тянуть, а чё не цепляется тогда?
еще ближе подъехать. Блин, не то, не тем, не тем. Еще не хочет цепляться. И чё? Ну, типа не цепляется он. Ну, помкой тогда. Точно помкой. Тут просто даже не нарисовано, что нужно помкой открывать. А где? Где лестница? О, какой-то. Точно скоро в этот... О, господи, это мой поезд. Трайн. Скоро с Артемкой точно встретимся. Ну тут свет горит, тут кто-то живет, значит. Someone took shelter here. Такой Артемка сейчас выходит такой из метро. 20:33. Кстати, за метро тоже надо браться, чтобы уже добить тоже часть. Давно собирался начать метро проходить с самого начала. У меня все лицухи есть, в принципе, купленные в стиме. Задание выполнено. После выстрела по тебе. Все? Так быстро? Ой, 16 секунд, я сейчас чихну на паузе. Ой, от души всем спасибо. Будь здоров, сказал. Так, ну-ка посмотрим. Что-что? Это мы давайте купим. Чтобы было. Чтобы было открыто. Броньку давайте мы с вами уберем. Вот, управляемость, смотрите, мощность добавилась. Так, задание пустоши, получить подсказку. Так, я до сих пор, кстати, не получил подсказку эту. Куда мы тпшиться теперь будем? Ну все, в принципе, давайте на Гастаун тогда тпшимся. Я, блин, кстати, у меня каждый раз, когда чай я попью, у меня горло типа першит. Блин, и каждый раз, ну я... Это вечером, получается, я ужинаю. Так, подожди. И ролик запускаю, в принципе, записать. И начинается вот это. Теребение. Так, давайте, наверное, за зеленый, потому что синий-то, я так думаю, это основная сюжет. Подожди, а тут же можно посмотреть. Тут же можно посмотреть. Миссии. О, да. Задание пустоши. А. Значит, синий наоборот, а задание пустоши получается. Я просто сейчас к зеленому бегу. Так, дайте мне внимательнее, что-то я запутался. Так, вождь. А это как называется? Вороненок. А тогда давайте, наверное, вороненок все-таки сделаем, да? Сейчас с этим тогда переговорю. Чуваком. Давайте теперь тогда уже вот этот квест возьмем, потому что мне кажется, что он синий, типа, это побочка. А тот зеленый, видите, значок, это значит, наоборот, основная сюжетка.
go. Yeah. What? You? Whole town saw you fall. I didn't see me land. Oh. I'd report you to Scrotus himself, but I gotta get my lid lopped too. What do you say you help me out some more? Not your errand, boy. I'll make it worth your while. So, you know of Crow Desert? He runs races like I do. He got a sound system that rivals my own. And I want it for myself. Now it's mounted on a bona fide race wagon. I just want the loud thing. You keep the car. Крикун хочет отогнать машину от своих конкурентов. Вороны на машине установят громкоговорители, с помощью которых вороны рекламируют гонки. Заберите машину и доставьте Крикуну эти громкоговорители. Машина ворона в коллекции машин. Ага. Очередная еще гонка, значит, будет, получается, да? Ну, это полегче уже должна, мне кажется, быть. Going to Crow Dazzle's place. The outcry wants his vehicle. It's got loudspeakers on it. I know that car. Yeah, but we have to go at night. And they keep it at home. Press. We'll do it under cover of darkness. Так, и давайте отдаляться. Ха? Кстати, тут ТПшиться можно, даже когда на тебя противник нападает. Ну, если это не сюжетное, конечно, нападение. Только ночью вы шутите? Блин, а сколько сейчас? Сейчас только день начался. Ну, просто чересчур светло, смотрите. Ой... Ненавижу вот эти задания. Это, кстати, второе задание. Я вроде гуглил вчера, позавчера, и там было написано, что люди писали, что это единственное задание, когда нужно дождаться... Буквы вроде не было раньше. Нужно было дождаться дня. А теперь смотрите, и второе задание, когда нужно дождаться ночи. Ну, давай, проходи. А, вот они где. Ну, что делать? Да, блин, дай пройти. Я даже не знаю. Зато тогда задание браться. Других-то нет, да, заданий? Нет, других нету, да. Хотя, наверное, я знаете, что могу? Я могу, наверное, на паузу поставить, поездить тут всякие места поживы. Поблутать, пока вечер дождется, наверное. И мы с вами включимся. Давайте я на паузу, наверное, включу. Так и сделаем. Так, меня буря тут застала. Тут спрятался, сидел, не знаю, минут 15. Нет, минут 15. Сейчас буду говорить, минут 10 сидел. От бури спрятался. Так, ну чё, уже вечер, не знаю, давайте сгоняем туда, может быть этот, может быть всё, может быть ничего. Может скажут, нет, ещё ночь не наступила, извините. Ну прошло минут 15. Это цель доступна. Будем ещё кататься. Так, я не знаю, смотрите. Стала ли ночь, может я пока тпшнулся. Что реально ночь настала, давайте тпочнемся. Хоть бы настало, блин. Тьфу ты. Потому что, ну, типа темно, как бы. И заставочки, смотрите, тёмные дачи пошли. Может, эта ночь наступила?
Ну чё, а сейчас чё? Не знаю, конченые разработчики. Ну что вот именно в этом плане. Вот реально конченые. Я уже реально минут 20 играю. И держу на паузе типа запись, чтобы настала ночь. Её, она не настает. Гениально, конечно. Так, давайте. Чё ждём? Ну если вот это не ночь, я не знаю, что это тогда. По идее, это должна быть ночь. Только ночь. А сейчас, блядь, что? Сейчас что, блядь, вечер? Ну все, уж солнце село. Дайте мне это задание, дайте. Конченая реальная механика. Я не могу к заданию приступить, потому что... Вот потому что вот так. Или могу? Все, нет. Ну чуть-чуть вообще осталось подождать, наверное. Блин, реально 20 минут прошло. Жесть, игрового. Ой, вот настоящего времени. Я вот тупо сижу, гоняю просто туда-сюда. Жесть. Блин, я боюсь, что не начал бы светать бы. Потому что когда ночь? Что это за безобразие? Что ты конченый реально, вот. Кроме, не считай, главной гонки, которая сложная, я проходил, вот это вторая механика конченная. Что реально время нужно тратить, чтобы дождаться ночи. Машину доставить ее к Рикуну. Слава богу. Блестящик. Повернись. Йо. Слушай, может вылезти? Давай я перебью их. Сейчас они вылезут царить. Так, ой, больно. Ну иди сюда. Где ты? Так, замечательно. Страдальческий реальный квест. Так, а куда нам нужно? Не, поднимись, а ты не отпустись. Ёшкин кот, ты серьезно? Вот такой мы путь должны преодолеть? Офигеть. Короче, давайте, чтобы время не тратить, ребят, на пустую. Ё, я даже ничего не вижу, что впереди. О, господи ты мой. Поехал я, доеду половину пути, хотя бы поближе доеду. И тогда этот... включусь, наверное. Потому что вот так не видно ничего ехать как. Ну, хотя вот так можно ехать, но что впереди? Так, впереди еще бандиты. Огневик, какой огневик? Что это какой-то новый какой-то машин среди огневик? Это фактически огнемет на колесах. И они меч попнут. Кстати, он скорее как быстро едет, офигеть. Ёшкин кот, там еще три машины.
Не-не, ты что, дядь? Нет, давай не уничтожить машину. Не-не, я не собираюсь покидать. Я хочу, чтобы он вышел. Вот так делаем. Давай. Вот так. Он, по идее, должен... Не должен, да? Он просто так разрушит мою машину. Не, выкуси, иди. Вот и дело, ребят, решил так. Поехал дальше. Если еще будет что-нибудь интересное, еще одна погоня, то включусь. Так, ну мы доехали. И, кстати, за эту музыку, наверное, прилетит. Наверное, за эту музыку не прилетит. Тут два снайпера. Я, кстати, этих убивал снайперов, они все равно тупошуются заново. Стоп. Ну давай же, ты шо? Еле-еле. Так, слушай, а давайте я еще для... снимок сделаю просто для превьюхи. Слава богу, что мы доехали. Кошмар. Задание выполнено. Так, вороненок. Воронок, какой вороненок? Так, и что? Отвлекись от суеты. Нам, кстати, дали за этот ачивку. Слушай, 22 минуты. Мы еще это успеем даже задание, наверное, да, выполнить. Или стоит тормознуться и это назад принести. Я просто не знаю, сколько... Что вот это за задание и сколько оно займет времени. Да, правда, еще надо дойти, да? Эй, привет, красотка. Скрутус is tearing up the town for you. We gotta get out of here. I won. The prize. Where is it? If you help me. My daughter. You gave me the chance to free her once. She ran, aided by the old man. I never helped you. Don't. I see what's behind the crazy in your eyes. Help you find what you seek. And then you will bring me my child. The big chief. I need it. Now. Through here. In Stankum's garage. You'll have to drive it out of there. I'll find you after. And you will do right by me. Now go! Так, вождь миссии. Добраться до гаража помойки. Да.
всех убивал? Или есть кто еще? Вроде все. Что ж ты? Кстати, интересно, что тут мирные жители и эти ребята. Привет с нашего двора. На-на-на-на-на-най. Так, взрыв нужен, я так понял, да? Слушай, а этот мазут не сгорится? Господи, ты мой. Трофей? Фига себе, трофей. Что они тут делали? Ужас. Ужас, ребята, ужас какой. Так, стойте. Где, где там попить? Тепленькая пошла. Мне, кстати, один раз был 101% воды способность от жима. Вот он, вот она, рыба моей мечты. Только машина моей мечты. Он здесь. Я вот эту хотел. По одному, налетай. Махал, никто не попал. Вот сзади тебя, вот зачем ты вперед? Я даже мышку поворачиваю, чтобы он типа смотрел на них, а он все равно. Ну давай, давай. Нападай. Ух. И это хорошо. Таран-таран-тан. Так, ножик только возьмем. Нужен топливо, говорит. А он как сейчас работает, не на топливе разве? А еще выше. Как у них неудобно тут постоянно забирать топливо. Как они забирают? Да блин, какой? Заправить где? Заправить. Кнопка F также поджечь канистр, также кнопка F также и заправить. И небезопасно это. Я бы на другую кнопку какую-нибудь сделали, там Q, G, B, Enter хотя бы. Ты вот это монстр.
Так, стой. Смена боковые орудия, чё? Тихо, это что ж? Храм. О, господи, касайте, как он назад. Эй, ёшкин кот, что ж ты мне перегодил дорогу? Ё-мать моя женщина, что происходит? Слезь давай. Смотри вперед, камера. О. Ну что ж ты, Брайер, раздал назад. Ой-ой-ой, штормит как. Зачем ты меня повернул? Что это за порнуха? Йо, это что? Это что за покемон? Блин, они же мне тачку взорвут. Надо быть поаккуратней. Сколько еще ехать? Еще чуть-чуть осталось, да? Давай еще чуть-чуть. Ух, отстали. Опс. Don't get too excited. We need to get the hell out of here. Oh, yes. It's Crotus, the immortal. He ransacks the Pueblo. Yeah, but he thinks he's going to dismantle you piece by piece. I will wed the big chief to the angel in a ram, and then we'll see. Это же Железный трон. Все, Игра престолов. Миссия пройдена, вождь. Замечательно. Нам, кстати, мотор, да, доступен. Коллекция добавлена новую машину. Колесница вождя. Так, нет, не так. Что это? Опа, 8-цилиндры, да. Desert dweller with his cloak and his staff. But he'll kept her safe. Tell her
Tell her she is Glory. Her name is Glory. Hope and Glory. Geert. I never asked you your name. Max. My name is Max. James. James Bond. Так, замечательно. Слушайте, давайте посмотрим теперь, что у нас тут. 8 цилиндров доступно. Легкий. Эй, ну чуть-чуть всего лишь. Ну что ж, давайте его... О, еще он доступен, смотрите. 2300. О, еще. А это сколько? 2900. Кстати, смотрите, вот эти два последних, они управляемость. Ага. Короче, ребят, ритуальчик узнайте, лайк, подписка и коммент, смея видосик, не болейте, не чихайте, всем хорошего настроения и увидимся с вами в следующих роликах на канале Like of Game. Так, ну перед окончанием я хотел посмотреть, что там за новые машины мы с вами открыли. Машина ворона, ага, и колесница вождя. Так, тут что? Капкан. Серебристый кавалер какой-то. Ладога бездорожья. Ну-ка. Ух ты. Так, подожди, на нем все улучшения стоят. Шины не все. О, подожди, а почему управляемость, смотри. В другую сторону. А чё, почему про... Вот, всё. Как-то странно было сейчас. Так, максимум. О май гарбу. Всем пока.